сельском хозяйстве бизнес по выращиванию огурцов занимает должное место. Это дело считается прибыльным и высокоэффективным. Однако, несмотря на всю привлекательность, он таит множество подводных камней и нюансов. О том, как заработать на выращивание огурцов в тепличных условиях, нам расскажет. Да. Вот с чего вы начинали. Это тепличный комбинат, который был еще при Советском Союзе. И в колхозе я уже 30 лет тут работаю. И мы тогда выращивали овощи. И с того времени мы как бы не отошли. Мы раньше выращивали и помидоры, и огурцы, и баклажаны. Было много разных видов овощей. Но с 2008 года я остановился только на огурце. Григорий организовал полноценный производственный процесс на базе бывшего тепличного комбината. Ему удалось не только сохранить промышленные здания, но и усовершенствовать технологические процессы, увеличив урожайность в несколько раз. На сегодняшний день площадь функционирующих теплиц составляет 1000 квадратных метров. На сегодняшний день мы уже 20 лет выращиваем только огурец. Это культура, которая дает урожай постоянно, обильный. Помидору, допустим, если сорвал помидору, то она дальше не растет. А это как почти дойная корова.